Давайте поговорим сегодня о тормозной системе и о тормозных жидкостях. К чему может привести нерегулярная замена тормозной жидкости? Нерегулярная. Ну, во-первых, конденсат жидкость набирает. В морозы начинает просто пропадать тормоза. Также суппорта клинит. Просто может одно колесо заклинить и... Ну, к износу тех же запчастей тормозной системы потом приходится их менять. Лучше своевременно менять тормозную жидкость, нежели тратиться на ремонт, и тем более это опасно, иметь ненадежную тормозную систему. Народ ленится, может быть, просто потому, что не знает, что сама процедура замены тормозной жидкости не такая же дорогая. Сколько она у вас стоит? 650 рублей замена со всеми расходными материалами. И небольшие комментарии специалиста по поводу, так сказать, замены тормозной жидкости автоматом. Не все так просто? Ну, конечно, с помощью специальных приспособлений давления это делается быстрее и удобнее, но сноска, варнинг опасно. Обязательно прокачайте систему стандартным образом. Это значит вручную, обязательно это нужно делать. Просто аппаратом прокачать это практически неправильно. Ну и фирменные стили Bosch Service — это не только ваши полезные советы, но и то, что находится за вашей спиной. Ну, мы официальные представители фирмы Bosch, все запчасти фирменные и с гарантией. Ну и уже на выходе из Bosch сервиса мы увидели тот автомобиль, в котором всегда хотели прокатиться. Новая Toyota RAV4. Toyota — марка, которая пользуется заслуженной популярностью. И не будем скрывать, этих автомобилей в наличии в городе нет ни у кого, а у Bosch сервис есть. А сейчас я попробую прокатиться. Как мне это получится и что из этого выйдет, я вам расскажу. Ну и первое знакомство с Toyota RAV4 нового поколения начинается с чего? Включение замка зажигания. Двигатель приятно урчит и разговаривает с вами автомобиль по-русски, между прочим. Добро пожаловать, welcome to Toyota. Ну, welcome to Toyota по-английски, а добро пожаловать, разумеется, по-русски. Он по-русски говорит. Дальше мы говорим о том, что надо бы проверить, что у нас исправно, а что неисправно. Ничего неисправного нет, потому что машина новая. А чего не хватает? Не хватает, конечно же, топлива, потому что машина новая. А в остальном, что меня порадовало и удивило? Автомобиль стал гораздо больше внутри. По субъективным и объективным ощущениям. Ну и, разумеется, гораздо более фарширован. Чего стоит только панель управления климат-контролем, печка и, опять же, магнитола с компакт-диск-проигрывателем. Сколько подушек? А подушек, между прочим, 6. Ну, а как Toyota управляется? Сцепление легенькое, коробочка приятненькая. А дальше глотать слюнки, а я поехал. Это не рекламный трюк и не демонстрация того, как мы умеем задом ездить. А вы сами попытайтесь приехать, опять же, на задней скорости в ту же самую точку, где у вас микрофон лежит. Ну, вот такие мы спецы. Почему я вернулся? Потому что срочно телефонный звонок. Вот какой гад придумал сотовые телефоны. И все дело в том, что за автомобилем уже приехал его новый хозяин. Toyota RAV4 – автомобиль, который с самого первого появления в середине 90-х завоевал бешеную популярность в России. И сколько его поколений не сменилось, а паркетник от Toyota у нас всегда на вершине автомобильного чарта. А этот новичок ко всему еще и вобрал в себя все передовые технологии и технические, и эргономические решения. Ну а пока я потыкаю на кнопочки. Между прочим, указатель аварийной сигнализации расположен также вот по роботизированному. Два бардачка открываются в обе разные стороны. И вы, конечно, можете заслуженно нас упрекнуть в том, что вот, наконец-таки, автостоп докатился до уровня местечковых телевизионных автомобильных программ. Типа им прокататься не дают. Да, не дают, потому что мы должны уступать место за рулем хозяевам, будущим хозяевам этих автомобилей. Сколько машинка стоит? Машинка стоит 910 тысяч рублей. Ну, что вполне сопоставимо по цене, ну, допустим, Subaru Forester,
или Фордом Мэврик. Вам, конечно, выбирать, так же, как и выбирать двигатели. Здесь, например, стоит двигатель 150 лошадиных сил. Примерно столько же на Subaru, Ford Maverick это 225 кобыл. Но машины такие же резвые и одинаково приспособленные для паркетных условий эксплуатации. Кто может купить этот автомобиль? Мы недавно порадовались за представителя пишущей, теперь уже пишущей телевизионной братьи. Ему в 29 лет, наконец-таки по заслугам, уготовили должность на металлургическом комбинате. И когда все остальные будут ездить на таких машинках, мы возрадуемся еще больше.